сердца, не пора ли предаться любви? Чем старинней наивность романса, тем живее его соловьи. То ли в расцвете судьбы, то ли на склоне, что я знаю про век и про дни. Отвори мне калитку в иное, и былым мое время продли. Отражен или сторгнут роялем свет луны, это тайна для глаз, но поющий всегда отворяет то, что было закрыто для нас. Как влюблен он и нежен, и статен, он окинь, отвори, поспеши. Можно все расточить и растратить, но любви не отнять у души. Но любви не отнять у души. Я сейчас за Волгу смотрела. Как хорошо на той стороне. Лариса Дмитриевна, разрешите пригласить вас завтра вечером в театр? Дается пьеса «Дама с камелиями», гастроль известной актрисы госпожи Смельской. Благодарю вас, Юрий Капитонович. Но нас маменьку уже пригласили. Кто, позвольте вас спросить? Господин Паратов. Паратов? И вы пойдете? Непременно пойдем. Вот и вторую дочь провожаю. Береги ее, князь. Мамаша, ради бога, не беспокойтесь. Я весь Тифлис под ноги вашей дочери брошу. Как ковер. Пусть ходит. А откуда взялся этот кавказец? Его офицер какой-то в дом Кагудаловым привел. Князек этот, как увидел Ольгу, затрясся весь. Заплакал даже. Так 2 недели подле нее и простоял, за кинжал держался, чтобы не подходил никто. Маменька, родненькая, куда же вы меня спровадили? Все будет хорошо, все будет хорошо. Человек он знатный. Я документы смотрела, тебе души не чает. А что инородец, так что говорит, ты же знаешь. Среди своих не нашлось никого, кто бы взял без денег. Маменька. Все будет хорошо. Ваше благородие, куда же вы? Я спешу, голубчик. Да, барин, остановитесь. Не положено. Куда же вы, барин? Не положено! Стоять! На пристань на лошади нельзя, ваше благородие. Извини, голубчик, опаздываю. Как же это? Отведи вы меня коня, жутикут. Отведи коня, а потом рассчитаемся. Слушай!
Каюсь, каюсь, каюсь. Добрый день. Здрасте, господа. Тетенька, каюсь, виноват. Опоздал, примите извинения, поздравления. Ольга Дмитриевна, будьте счастливы. Спасибо, Сергей Сергеевич. Князь, князь, ну зачем так виновать? Такой джигит, такую красивую девушку нас увозит. Лучше примите мои поздравления. Я почему опоздал-то? Мои болваны, пьяные, досадили цесаревича на мель с пассажирами. Три буксира еле вытащили, но вытащили. Мне всегда так грустно на пристани. Простите. Другие уезжают, а я остаюсь. Ну, хотите, я вас увезу? А? Прямо сейчас. Немедленно. Одно ваше слово. Да вы с ума сошли. Решайтесь. Смелости не хватает. Пароход отправляется. Мамочка! Миша, ты кушай, мамочка! Не надо плакать, мамочка! Прощайте, Флис! Прощайте, не забывайте меня! По-царски встретим! Пиши, по-царски! Князя Георгия все знают. Ларисе, пишите. Господа, для прощайте. Всех найдется место в нашем доме. Прощайте. Всех приглашаем. Сергей Сергеевич, ваша ласточка причаливает. Хороша. Сергей Сергеевич, может, продадите ласточку? Никогда. Моя ласточка шибче всех по Волге бегает. А вам зачем, Василий Данилович? Вы ведь грузы перевозите. Да вот хочу к грузовому пароходству пассажирское присовокупить. А что, растем, богатеем? Да с деньгами-то можно дела делать. Можно. Хорошо тому, Василий Данилович, у кого денег-то много. Я недавно читал книгу, называется «Новый Плутарх» или «Жизнеописание великих женщин». Вот как. Лариса Дмитриевна, объясните мне, пожалуйста, почему женщины, как правило, предпочитают людей порочных перед людьми чистыми? Вы кого-нибудь имеете в виду, Юрий Капитанович? Нет. Я просто так спросил. Лариса. Прошу, Лариса Дмитриевна. Садись. Ну-ка, подай назад, назад. И ближе подъезжай. Да не назад, а вперед. Назад, говорю, подай. И подъезжай вперед, ближе. Вперед, я сказала, езжай. Заехал. Да не надо ничего этого. Вот и все. Прошу вас. Лариса Дмитриевна. Спасибо, Сергей Сергеевич. Шею ты не сломай. Не про тебя жених. Ишь, разлакомился. Зря пялитесь, Юрий Капитонович. Не про вашу честь невеста. Держи. Благодарствую. До свидания, господа. Счастливо, Сергей Сергеевич. С Шиком живет аппарат. Чего другого, а Шика у него довольно. Ну что, сдачу опять не задала. Дура. От вас только и слышишь, что дура. Да я, барни, каждую вашу копейку берегу. А гривенник где? Да что вы, маменька, из-за таких пустяков нервы себе расстраиваете. Пустяков? Да на рынке все такие цены здоровущие. Знаю я, какие на рынке цены, меня не приведешь. Сама открою.
цены здоровущие. А поторговаться гордые мы очень. Барыню из себя корчить любим. Да иду, иду, что за нетерпение? Харита Игнатьевна. А, Юлия Капитонович. Добрый день, здравствуйте. Проходите. Поздравляю вас с новорожденной. Благодарю. Специально забежал, чтобы приятное сделать. Присутствовал при разборе телеграмм. И вот, от Анны Дмитриевны из Монте-Карло и от Ольги Дмитриевны из Тифлиса. Благодарю. Поздравляю, должно быть. Благодарю. Самолично занес, чтобы без задержки. А Лариса Дмитриевна... Хлопочем, хлопочем, хлопочем. Ждем вас к обеду. Буду, буду, непременно буду. До свидания. От Оли поздравительная. От Оли, дай скорее. Доехали благополучно. А это от Анны. Из Монте-Карло, наконец-то. Год не писала. Мама, у меня несчастье. Мужа обвинили в крапленных картах, грозит тюрьма. Нечем заплатить гостиницу. Нет денег вернуться во Франкфурт. Срочно вышли 700 рублей. Умоляю, спаси, Анна. Вот тебе раз. Я отрадовалась, за иностранца вышла. А он никакой не иностранец, а шулер оказался. Мама, может быть, дом заложить? Спохватилась. Дом давно заложен. А на какие деньги мы живем? 700 рублей. Прошу. Благодарю вас, господин Выживатов. Василий Данилович. О, Мокий Парменович, мое почтение. Здравствуйте. Дешево боржу-то покупаете? Дешево, Мокий Парменович. Дешево. Ну да, разумеется. А то что за расчет покупать? Сегодня встретимся у Гудаловых. Вот Харита Игнатьевна приглашала. Поедемте, Мокий Парменович. Поедемте, весело будет. Барышня хорошенькая, на разных инструментах играет, поет. Обращение свободное. Много у них всяких бывает. Потом встречаются, кланяются, с разговорами лезут. А я Ларисе Дмитриевне подарок купил. Чай дорогой. 500. Вы-то дешево баржу покупаете, так с барышей-то можно. Ой, Юлий Капитонович. Я опоздал? Опоздали. Лариса Дмитриевна, поздравляю вас. Это вам. Благодарю вас. С днем рождения. Вы меня простите, пожалуйста. Я торопился, меня управляющий задержал. Спасибо. Благодарю вас. Мы рады. Благодарю вас. Пожалуйста. Харита Игнатьевна, поздравляю вас с новорожденной. Меня управляющий господа, задержал. Господа, предлагаю еще раз выпить за украшение нашего города, за Ларису Дмитриевну. Ура! Ура! Да. Ваше здоровье, Лариса Дмитриевна. Ваше здоровье. Вам. Господа, а я слышал, Лариса Дмитриевна отменно поет. Попросим. Просим. С удовольствием, с удовольствием, господа, немного позже. Хорошо, проходи, мы подождем. Присаживайся. Но без песни мы не уйдем. Ну, у меня, простите, не уйдем. Меня управляющий задержал. Угощайтесь. Простите, ради бога, господа, но у меня милости управляющий. Прошу. Чем Бог послал? Прошу. Я ему говорю, Эль Петифор Антиохич. Господа. Дочка, ты поблагодарила Васю за подарок? Вась, спасибо большое, очень милая брошь. Ну, пустяки. Милая, что ты понимаешь, такая вещь знаешь, сколько стоит? Я хотел бы произнести тост в вашу честь. Господин Караншев, это не учтиво, Лариса Дмитриевна занята, ну подождите. И вот гусару первому открыл свой альбом. Дальше Лариса умор, после доскажет. Займись гостями. Аннушка, еще шампанского. Шампанского. Шаманского. Фрукты, пожалуйста, фрукты, дорогие гости. Мокий Парменович. Вот. Хотела дочери ко дню рождения подарок сделать. Да дорого. Не по карману. Ну что там? Что это стоит? Оцените. А, 500 рублей это стоит. Если бы все 700.
А как вы думаете о вашей дочери? Что она такое? Ну уж я и не знаю права, что и думать-то. Не одна остается послушать. Ведь в Ларисе Дмитриевне земного этого житейского нет. Нет, Моки Парменович. Ведь это эфир. Эфир, вы совершенно правы. Она создана для блеску. Для блеска, Моки Парменович. О, право, даже не знаю, как вас и благодарить. Ну, уж и слов не подберу. Пустое. Не для себя стараюсь, видишь. Господа, я сегодня в суде любопытный куплет слышал, между прочим, от судейского чиновника. Да, ну-ну. Бери, большой в том нет науки, бери, что только можешь взять, на что приделаны нам руки, как не на то, чтобы брать, брать, брать. Да, в суд пойдешь одетым, а выйдешь раздетым. И разутым. И разутым. А я вот не беру взяток. Ну, вот так. На одно жалование живете, что ли? Так ведь вам никто и не дает. Место у вас такое недоходное. Вот как бы вам давали, а вы не брали, так тогда похвастаться можно было. Да. Куда ты? Веди себя прилично. Сергей Сергеевич, дорогой, наконец-то заждались. Добрый день, господа, тетенька. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здрасте. Милости просим, проходите. Лариса Дмитриевна, господа, я все-таки хочу предложить то... Подождите. За... Лариса Дмитриевна, поздравляю вас. Позвольте мне самолично надеть на вас эту безделицу. С днем рождения. Благодарю, Сергей Сергеевич. Ну, золотенький наш, изумил. Штрафную. Благодаришь. Прав. Прошу, благодаришь. Голубушка. Здоровья именинницы, господа. Ура. Будьте здоровы. Ну, изумил. Будьте здоровы. Штрафную. Да-да. Одна нужна. Лариса Дмитриевна, вы обещали спеть. Мне думается, время уже пришло. С удовольствием. Да. Да. Сделайте такой подарок, Лариса. Вашим, Лариса. Вашим, Лариса. Рассаживайтесь, господа. Благодарю. Она у цыгана училась на гитаре играть. Да. Под лаской плюшевого пледа вчерашний вызываю сон. Что это было, чья победа? Кто побежден? Кто побежден? Все передумываю снова, всем перемучиваюсь вновь. В том, для чего не знаю слова, в том, для чего не знаю слова, была ли любовь. Кто был охотник, кто добыча, все дьявольски наоборот. Кто понял длительно мурлыча, сибирский кот, сибирский кот.
поединке своей воли, кто в чьей руке был только мяч, чье сердце ваше ли мое ли, чье сердце ваше ли мое ли, летело вскачь. Все-таки что ж это было, чего так хочется и жаль, так и не знаю, победила, так и не знаю, победила ли, побеждена. Побеждена. Браво! 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 Эта женщина создана для роскоши. Дорогой бриллиант, дорогой оправы требует. И хорошего ювелира. Познакомьтесь, господа. Паратов Сергей Сергеевич. Иван Петрович. Сергей Лариса Сергеевич. Дмитриевна, я надеюсь, первый танец мой. Как вас простите? Иван Петрович. Семеновский. Семеновский. Так я могу надеяться, Иван Петрович, что... вот вы, говорят, недурно стреляете. Недурно. Так скажите, я... а вот попадете ли вы в стакан с 12 шагов? Чай подавай. Попаду. Лариса, может быть, тогда мы выйдем во двор? Холодновато. Значит, не рискуете. Отто! Иван Петрович. Что? Это ж не дело. Вы же сами. Извольте попробовать. Вот так. Как же я... Господа, да что вы, ей-богу, затеяли? Ну зачем такие крайности? Сергей Сергеевич, ну это уж слишком. Вы, тетенька, со стакан-то не бойтесь, новый купим. Паратов всегда с дьяволит этакое. Ну-с. Боитесь? Нет. Я ничего не боюсь. Ну так стреляйте, не робейте. Смелее, Иван Петрович. Красный выстрел, Иван Петрович. А как же? Поздравляю вас. Да, отменно. А теперь вы, Сергей Сергеевич. А теперь я хочу показать, как это делаю я. Интересно. Вот часы. Так. Держите их в вытянутой руке, а я с 12 шагов у вас их пулит и выбью. Что такое? Я, право, не знаю, насколько вы метко стреляете. Не обессудьте. Прошу вас. Ну, как хотите. Ну, кто рискнет? Я. Лариса Дмитриевна.
что, Сергей Сергеевич? Вы не боитесь? Я с вами ничего не боюсь. Лариса Дмитриевна, я не позволю. Сейчас, Юрий Капитонович. Сергей Сергеевич, не гневи Бога. Убивайся, не мешай, не мешай. Опомнитесь, что вы? Да как вы можете? Не слушайте его. Да разве можно его не послушать? Да почему же? Почему вы в нем так уверены? Разве можно быть в нем не уверенной? Сергей Сергеевич, не стреляйте! Я прошу вас, не стреляйте, у вас сердца нет! Не стреляйте, я прошу, не стреляйте! Как вы... Юрий Капитонович, я ведь так могу и промахнуться. Сергей Сергеевич, стреляйте! Ура! 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 Хорошие были часы. Дорогие. Проказник, я так волновалась. Ах, оставь. На Кавказе случалось не такое. Юрий Капитонович, нас, кажется, чай звали пить с вареньем. Как же это вы не боялись под пистолетом достать? Не знаю, не боялась. Сергей Сергеевич! Лариса Дмитриевна, где вы? Я здесь. Меня мама за вареньем послала. А вы что делаете? А я его ем. Хотите? Очень. Испачкались. Сергей Сергеевич, где вы? И Лариса Дмитриевна, что-то не видать. Очень вкусно. Если хотите стреляться, Юрий Капитонович, пистолет надо бы назарядить. Он у вас, видно, не заряжен. Что? Руку больно. Тихо, псих.
Куда ты? Что ты? Ах, мам, не останавливайте меня. Это кто? Баратов приехал? Да. Ну, что ты на меня так смотришь? Ничто я не понимаю, что ж я не женщина. Ступай. Может быть, судьба тебя и помилует. Ступай. Мам. Да смотри, не поздно возвращайся. Слышишь? Может быть, вы хотите осмотреть мою ласточку? А то ведь навигация-то скоро кончается, корабли уйдут в затон. Я слышала, ваша ласточка самый быстрый пароход на Волге. Господин капитан, хозяин. Сергей Сергеевич, ласточка к отплытию готова. Добрый день. Добрый день. Знакомьтесь, Лариса Дмитриевна, господин Михин, капитан ласточки. Лариса Дмитриевна, а не желаете ли вы прокатиться по Волге? Это сердце ласточки. Проходите. Машина! Кузьмич, запускай! Она 500 лошадей заменяет! Прибавь, Кузьмич! Расселище! Произведно! А почему пушка выпалила? Это я такой обычай завел. Когда меня встречают или провожают, всегда пушка болит. Самолюбие тешило, Лариса Дмитриевна. Прошу на капитанский мостик. Осторожненько. Будет. А не желаете ли вы встать на место рулевого, Лариса Дмитриевна? Вы мою мечту угадали, Сергей Сергеевич. Егор, поступи штурвал, Лариса Дмитриевна. Слушаюсь, хозяин. Ну? А как? Вот так вот. Одну ручку сюда, другую вот сюда. Вот ручку. Вот. Вот. Не-не-не-не-не-не. Вон бакен белый, видите? Вот он должен быть сейчас справа по борту от нас. Ну-ка, ну-ка. А кто это там? Капитан. Слушаю, Сергей Сергеевич. А кто это там в нос дымит? Святая Ольга, Сергей Сергеевич. Ну что, Лариса Дмитриевна, обгоним святую Ольгу? Обгоним. А? Только надо сигнал дать. Ну-ка. Два коротких. Раз, два. И длинный. Давай, бери штурвал. Лариса Дмитриевна, все, дело мужское, все. Полный вперед. Есть, Сергей Сергеевич. Полный вперед.
капитан. Вот Лариса Дмитриевна беспокоится, не догоним. Кузьмич, прибавь-ка еще немного. Прибавь, Кузьмич, всем ребятам по червонцу дам. Спасибо, Сергей Сергеевич. Взлетим так вместе. Ну, два коротких, один длинный. Пожалуйста, пожалуйста. Кузьмич, милый, мы их обогнали. Спасибо. Это для нас пустяки, барышня. До свидания, Кузьмич. До свидания, барышня. Ну что, Лариса Дмитриевна, вы не проголодались? Проголодалась. Не изволите ли отужинать со мной? С удовольствием. Тогда прошу в салон. Правда, есть хочется. Мохнатый шмель, на душистый хмель, мотылек на вьюнок луговой. А цыган идет, куда воля ведет, за своей цыганской звездой. Так вперед за цыганской звездой кочевой, на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской в багровеющие небеса. Полосатый змей в расщели скал, жеребец на простор степи. А цыганская дочь за любимым в ночь по закону крови своей. И вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край. Здравствуйте, Лариса Дмитриевна. А, здравствуйте. Гуляете? Волгой любуетесь? Пароходом. А что это за пароход? Ласточка. Хозяин. Поступает с торгов. Земельный банк с судом. Не может быть. Что вы говорите? Я служу по почтовой части. Я все знаю, что делается в городе.
на вокзал. Может, все-таки продадите ласточку? Хорошие деньги дам. Да уж теперь все может быть, Василий Данилович. Не знаю, удастся ли спасти имение. Управители, мерзавцы, мерзавцы, воры. Разве можно в наше время кому-нибудь доверять? Разденут тут же. Ведь имение-то родовое, фамильное, Мокий Парменович, вот что жалко-то. Довели до аукционной продажи, мерзавцы. Мерзавцы. Так, у тебя перо, бумага есть? Никак нет. Без надобности, потому и не держим. Пропил, наверное, так и скажи. Василий Данилович, можешь тебе на минутку? Тут с Ларисой нехорошо получилось. Я к ней не успел заехать. Не успел. Так уж ты, по старой дружбе, приятельски, ну, объясни ей, что, мол, срочно должен был уехать. А я, как на место приеду, тут же ей пишу. Повинюсь. Лариса Дмитриевна особо чувствительная. Простит. Да, но все-таки подлец я, что с ней не простился. Подлец, подлец. Я словно бабочка к огню стремилась так неодолимо в любовь, в волшебную страну, где назовут меня любимой, где бесподобен день любовь, где не страшилась я б ненастья. Прекрасная страна, любовь, страна, любовь, ведь только в ней бывает счастье. Пришли иные времена, тебя то нет, то лжешь, не морщась. Я поняла, любовь – страна, где каждый человек – притворщик. Моя беда не вина, что я наивности обращен. Любовь, обманная страна, обманная страна, и каждый житель в ней обманщик. Зачем я плачу пред тобой и улыбаюсь так не кстати? Неверная страна, любовь, там каждый человек предатель. Но снова прорастет трава сквозь все преграды и напасти. Любовь, весенняя страна, весенняя страна, ведь только в ней бывает счастье.
Замечательно. А, вы пили? Роскошно. Благодарю. Шампанского, господа, прошу шампанского, Лариса. Ай. Браво. Вася, я сейчас заплачу. Он мне предложение сделал. Предложение? Да. А кто этот Гуляев? Я не знаю. Директор банка, кажется, из Москвы. Матушка его где-то отыскала. Так. Противный. Понимаешь, он деньгами так и сыпет. Вот она перед ним и стелится. Ну что ж, Тарита Игнатьевна, в наши дни без экипажа жить невозможно. Кто спорит? Надо приобресть. На какие доходы, господин Гуляев? Дом и тот заложен. Харита Игнатьевна, если вы повлияете на решение Ларисы Дмитриевны... Вот 600 рублей можно купить хороший экипаж. Боже, сохрани. Харита Игнатьевна, да это мелочь. Пустяки. И вообще, Харита Игнатьевна, если Лариса Дмитриевна примет мое предложение, у меня большие планы. А мы вас, трусика. Ваша взяла, батюшка. Так, цып-цып-цып-цып-цып-цып. Курочка по зернышку клюет. От Ольги письмо пришло из Тифлиса. Плохо ей там. Плохо. Если спросить меня, зачем я живу, не знаю. Пищи. Это мой сюрприз. Проходите. Проходи, музыка. Лариса Дмитриевна! Лариса Дмитриевна, проходи, музыка. Музыка, давай, жги! Господа, а теперь Лариса Дмитриевна пусть спляшет. Восемь, просим. Пусть спляшет. Ну-ка. Лариса! Видеть их никого не могу. Лариса Дмитриевна, божественная, я жду. Лариса Дмитриевна, просим вас! Тарита Игнатьевна, уговорите. Нет, мама, я не буду. Надо. Не до того. Лариса Дмитриевна, покажите плеть. Лариса Дмитриевна. Не хочу. Ну, для меня, голубушка. Ну, роскошная женщина. Ну, умоляю вас. Лариса Дмитриевна, ну, покажите плеть. Лариса Дмитриевна. Остановитесь, господа. А вы не знаете, что делать? Вы будете господин Гуляев? Я. Вы арестованы. За что? Вы не имеете права! Сами знаете, за что. Одну минуту. Господин судейский, объяснитесь. Господин Гуляев, это директор банка. Кассир. Кассир. Сбежал из банка с большой суммой. Прощайте, отгулял я. Лариса Дмитриевна. Не держите зла. А нам-то кто заплатит, господин хороший? Как-нибудь в следующий раз. У меня сейчас и руки-то заняты. Можете продолжать, господа. Какое скандалище. На, получи. Харита Игнатьевна, чем я могу помочь? Спасибо, Вася.
Чем тут поможешь? Сначала Баратов ездил, всех женихов отбил. Исчез неизвестно куда. Теперь этот кассир проклятый. Нигде показаться нельзя. Все пальцем тычут. А мне все равно. Я ослепла, все чувства потеряла. Давно уж точно во сне вижу, что кругом меня происходит. Ах, душа моя. Все надо начинать сначала. Ничего начинать не надо. Господи, во всем себе отказываю. Поворачиваюсь, будто вор на ярмарке. А я ведь еще не старая женщина. Могла бы и себе партию найти. Себе ищите, маменька. А мне довольно унижений. Уж лучше поунижаться с молоду, чтобы потом всю жизнь жить по-человечески. Притворяться, лгать. И притворяйся, и лги. Эк, не видали. В нашем-то положении. Что уж из себя невинность изображать? Ладно, мама. Со мной больше хлопот не будет. За первого, кто посватается, за того и пойду. Богат ли, беден ли, разбирать не стану. Как знаешь, тебе жить-то? Подайте, барыня благородная. Подайте. Самой бы кто подал. Дай Бог. Мам, садись. Садись ты, дочка. Да я после тебя. Давай я помогу. Не, я сама. Давай я руку. Спасибо, матушка. Извозчик пошел. Ну! Судьба моя и решилась. Просто шарман. Велите уложить в красивую коробку. Слушаюсь, Юлий Капитонович, бьен сюр. Какой вы шелун, нельзя. Мадам, я госпожа Кукушкиной. Я так довольна, благодарю вас. Вы такая красавица. Ну, Лариса Дмитриевна. Что? Я сам. Да ведь я от вас еще ни одной ласки не видал. Хороши жених и невеста. После, Юлий Капитонович, после. Вот, прошу.
Спасибо. О, 60 рублей, пожалуйста. Милочка, подышите воздухом, пока я расплачусь. У вас. Как 60? Вы говорили 50. Кружева подвернулись брюссельские, потом Лариса Дмитриевна фантазии проявляла. Вот и дороже вышла. О-ля-ля, на такой Париж не женитесь и торгуетесь. Вон надо баунте. Получите, получите. Мерси. Хорошо, хорошо. Ленточками шелковыми перевяжите. Да-да, конечно. Я на улице подожду. Позвольте представить, моя невеста. Поздравляю, Юлий Капитонович. И вас поздравляю с прекрасным выбором. Надеюсь, пригласите на свадьбу. Непременно. О, бонжур. Благодарю. Merci. Голубчик, вели подавать экипаж. Рад за вас, Юлий Капитонович. Угу. Счастливо оставаться, Вася. Угу. Ваш экипаж-то? Да. Это я из имения вытребовал. Вот медный. Егор, подай назад. Вперед подай. Не надо, не надо. Подержите. Не надо. Юлий Капитонович, что вы делаете? Юлий Капитон. Юлий Капитон. Остановитесь, вы же надорветесь. Да это не трудно, это не трудно. Я вам просто запрещаю. Ну зачем же вы поторопились? Поехали. Юлий Капитон. Счастливого пути. Однако это странно. Называете его Васей. Это фамильярно. Мы с малолетства с ним знакомы, вот я и привыкла. Вам теперь старые привычки надо бросать. Нельзя же терпеть того, что у вас до сих пор в доме было. А у нас ничего дурного не было. Цыганский таборс. Вот что было. Разве мне самой такая жизнь нравилась? Если бы я не искала тишины и уединения, не захотела бы бежать от людей. Да разве бы я пошла за вас? Так не приписывайте моего выбора своим достоинствам. Я пока еще их не вижу. Я только еще хочу полюбить вас. Поймите, я стою на распутье. Поддержите меня. Я совсем не хотел вас обидеть. А насчет табора вы, пожалуй, правы. Но были в этом таборе и добрые, и благородные люди. Кто же это? Уж не Сергей ли Сергеевич Парадов? Не вам о нем судить. Разве он хорошо поступил с вами? Если уж я боюсь и не смею осуждать его, то не позволю и вам. Моки Парменович, слыхали новости? Лариса Дмитриевна замуж выходит. За кого? За Карандышева. Что за вздор? Вот так. Не пара ведь он ей, Василий Данилович. Да уж какая пара. Да разве Харита Игнатьевна отдала бы за Карандышева? Или бы лучше были. Как это она оплошала? А Гудалова все-таки фамилия порядочная. И вдруг вот так. Какой-то Карандышев. Дом всегда полон холостых. Да, полон. Ездят-то все ездят, а вот жениться. Выдала же она двух. Выдать-то она выдала. Да вот с Ольгой Дмитриевной беда. Ее кавказский князек, говорят, от ревности-то.
зарезал. Слыхал. Много-много у них всякого сброду бывает. Тот лезет к Ларисе Дмитриевне с комплиментами, другой с нежностями. Так и жужжат. Не дают с ней слова сказать. Приятно с ней одной видеться, без помех. Тогда жениться надо. Не всякому можно, да и не всякий захочет. Вот я, например, женатый. Тогда нечего делать. Хорош виноград да зелень. Вы думаете? Да. Не таких правил люди. Мало ли случаев было. Не польстили же. Хоть за Карандышева, но замуж. Хорошо бы с такой барышней в Париж прокатиться. На выставку. Да, прогулка была бы приятная. Так вот у вас какие планы-то, Мокий Парменч? А у вас этих планов не было ли тоже? Где уж мне? Ростом не вышел. У вас шансов больше моего. Молодость – великое дело. Да и денег не пожалеете. Дешево ласточку покупаете, так из барышей-то можно. Всякому товару, Мокий Парменыч, цена есть. Я хоть и молод, да лишнего не передам. Нет. Похвально, похвально. Хорошим купцом стали. А вот они. Легки на полив. Ах, бедная девушка. В нищенской обстановке, да еще за дураком мужем. Она или опошлится, или погибнет. А я так полагаю, бросит она его скорехонько и все. Да, пожалуй. Иван, да? Приходи-ка, брат, сегодня ко мне служить заведом. Слушаюсь, Юрий Капитанович. Да ты поприличнее оденься. Ясное дело, фрак. Нечто не понимаем. Мокий Парменыч, не угодно ли вам сегодня отобедать у меня? У вас? Мокий Парменыч, это все равно, что у нас. Обед в честь Ларисы. А, так это вы приглашаете. Ну, хорошо, я приеду. Я желаю, чтобы Ларису Дмитриевну окружали исключительно люди избранные. Так я могу надеяться? Ну уж я сказал. Мокий Парменыч, на пристань пора. Мокий Парменыч, вот затеяли мы свадьбу, так хлопот, не поверите. И такие расходы, которые никак нельзя было ожидать. Хорошо, я к вам заеду. Опять вы любезничали с выживатым. Вы не ревновать ли? Вы эти глупости оставьте. Это пошло, я не переношу этого. Вот смотрите. Какой-то пароход причаливает. Название не видите? Отсюда не видать. Что это, пушка? Не беспокойтесь. Должно быть, какой-нибудь купец-самодур слезает со своей баржи, так в честь него салютуют. А как я испугалась. Чего? Помилуйте. Я сейчас вниз смотрела. У меня закружилась голова. Как здесь пойдемте, высоко. Пойдемте, пойдемте. Что за ребячество? Что случилось? Барин приехал! Какой барин? Почитай, целый год ждали. Вот какой барин! Эй! Эй! Здравствуйте, хозяин. Здорово, молодцы. Сергей Сергеевич, неужто вам не жаль расставаться с ласточкой? Что такое жаль, я не знаю. Для меня, капитан, ничего заветного-то нету. Увижу выгоду, продам что угодно. О, хозяин приехал. Здорово, мужики! Здравия желаю. Саша! Сергей Сергеевич, с приездом! Ну? Взял медведя-то. Вас дожидаюсь. Вместе пойдем? Пойдем, Сергей Сергеевич. А медведь-то большой. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Вы ли это Сергей Сергеевич? Да, господа, сменил все. Иные дела, иные расчеты.
Нету больше пароходства Паратова. Начинаю новую жизнь. Сергей Сергеевич, поехали к нотариусу. Хорошо бы купчу им подписать. Торопитесь. Ну, поехали, поехали. О, господа, простите, я позабыл вас познакомить. Это мой друг Моки Парменович Василий Данилович. Рекомендую. Робинзон. Англичанин? О, yes. Это, господа, провинциальный актер Аркадий Счастливцев. А почему он Робинзон? Ехал он на пароходе со своим другом, каким-то купчиком. Ну, разумеется, оба пьяные до последней возможности. Ну, Серж. Да-да-да-да. Вот, ну, творили, что только в голову придет. Наконец, в завершение этого безобразия придумали драматическое представление. Да. Разделись догола. Разрезали подушку. Так. Извалялись в пуху. Ну. И давай представлять диких. Сеш, ну. Ну, тут уж, конечно, капитан, по требованию пассажиров, возьми да и высади их на пустой остров. Бежим мы мимо этого острова, гляжу, руками машут, взывают о помощи. Взял я его к себе на пароход, дал свое платье. У меня ведь лишнего-то много. Вот, от того он Робинзоном называется. Ой, мои дорогие! Здрасте, Илья! Что может быть прелестнее, когда любовь хранят? Друзей встречают с песнями цыганская семья. Нам в дружбе нет различия, живя семьей своей. Мы свято чтим обычаи и любим всех друзей. Хор наш поет, мы пели любовь, не напарились рекой. Нам приехал наш любимый Сергей Сергеевич. Да! Не оставьте своей милости. Здравствуй, Гаврила. Очень рад, очень рад. Илья, господа, сегодня вечером поедем на «Ласточку», обмыть надо, а то плохо летать будет. Илья, ты давай приводи всех своих, полковую музыку захватим тоже. А я уж, Василий Данилович, все заготовлю и сам прислуживать буду. Да уж непременно, чтобы к 6 часам все готово было. Ежели чего лишнего припасешь, взыску-то не будет. Ну, а за недостачу ответишь. Понимаем. Вот так. Вот Серж, давно ли я его знаю? А уже полюбил? Да, отобедать сегодня, господа, прошу ко мне. Прощаюсь я со своей холостой жизнью. Да, господа. Женюсь. Ну, правда, очень богатая. Беру в приданое золотые прииски. Хорошие приданое-то. Хорошие. Хорошие. Хорошие-то хорошие, только мне-то недешево стоит. Придется проститься со своей свободой, с веселой жизнью, а? Не можем мы принять вашего приглашения, эка досада. Что так? Отозваны мы. Ну так откажитесь, господа. И отказаться не можем. Почему? Лариса Дмитриевна замуж выходит. Так мы у ее жениха обедаем. Лариса выходит замуж? Ну что ж, так оно лучше. Я, господа, немножко виноват перед ней. Так раз она замуж-то выходит, то и все счеты покончены.
А я ведь чуть было на Ларисе не женился. Вот бы люди не смешили, а? Ай, ну, дай ей Бог здоровья и всяческого благополучия. А как вы полагаете, хорошо вы поступили, что отдаете Ларису Дмитриевну за человека бедного? Я тут ни при чем. Ее воля была. Пожалуй, со своей точки зрения жених не глуп. Что он такое? Кто его знал? Кто на него обращал внимание? А теперь он влезает в лучшее общество. Позволяет себе приглашать на обед меня. Например. Но вот что глупо. Он не подумал, как и чем ему жить с такой женой. Хорошо, если она догадается поскорей бросить мужа и вернуться к вам. Опять беда, Моки Парменович. Чем нам с дочерью жить-то? Ну, это беда поправимая. Теплое участие сильного богатого человека. Хорошо, коли сыщется такое участие. Надо постараться приобрести. Уж как необходимо. Барышня! Барышня, жених приехал! Ну, я увлекся в сторону, а пришел не для этих разговоров. Вы должны сделать для Ларисы Дмитриевны хороший гардероб. То есть, мало сказать, хороший, очень хороший. Подвенечное платье, ну и все там, что следует. Где? Обидно будет видеть, если ее оденут кое-как. Так вы закажите все это в лучшем магазине. Да не копейничайте. А счеты пришлите ко мне. Вот зачем, собственно, я к вам заходил. Моки Парменович, чушь и слов не подберешь. Не стоит благодарности. За обедом увидимся. Сделайте милость. Поедемте поскорее к вам в деревню. Куда вы так торопитесь? Зачем? Мне хочется бежать отсюда. Кто ж вас гонит? Или вы что, стыдитесь за меня, что ли? Пока еще вы мне повода не дали. Так зачем же прятаться от людей? Ой, я так рад, так счастлив. Дайте мне возможность почувствовать всю приятность моего положения. А когда же мы уедем из города? После свадьбы, хоть на другой день. Но венчаться непременно здесь. Чтобы не сказали, что мы прячемся, потому что я вам не пара, а только та соломинка, за которую хватается утопающий. Да ведь это правда, Юлий Капитонович. Так правду эту вы знаете про себя. Ну что, застыла корова? Пожалейте меня хоть сколько-нибудь. Пусть хоть посторонние-то думают, что вы меня любите. Зачем это? А вы не допускаете в человеке самолюбия? Все себя любят. Когда же меня-то кто-нибудь любить будет? Доведете вы меня до погибели. Полно, Ларис. Что ты? Мама. Что ты? Боюсь я чего-то. Если уж свадьба будет здесь, так, пожалуйста, чтобы поменьше народу. Чтобы как можно тише, скромней. Нет, это ты не фантазируй. Ты у меня заблестишь так, что здесь и не видывали. Да, и я ничего не пожалею. Я для вас кукла. Поиграете вы мной, изломаете и бросите. Вот и обед сегодняшний обойдется недешево. А обед этот ваш уж совсем никому не нужен. Мне нужен. Да зачем, Юлий Капитонович? 3 года я сносил насмешки от ваших знакомых. Надо же мне, в свою очередь, посмеяться над ними.
Ссору, что ли, затеять хотите? Так мы с Ларисой не поедем. Пожалуйста, не обижайте никого. Не волнуйтесь, никакой ссоры не будет. Я просто предложу за вас тост. И поблагодарю вас публично. За счастье, которое вы мне делаете своим выбором. За то, что вы оценили меня. И поверили в искренность моих чувств. Вот и вся моя месть. Это уж совсем ни к чему. Нет уж, нет. Эти фаты одолели меня своим фанфаронством. Посмотрите только, что делается в городе. Пошли. Какая радость на лицах. Извозчики все с ума посходили. Все рады. Скачут по улицам, кричат. Барин приехал. Барин, видите ли, приехал. Половые в трактирах тоже сияют, выбегают на улицу. Барин приехал. Цыгане все вдруг повеселели. Машут руками, галдят. Барин приехал. Барин приехал. А барин-то, я слышал, промотался совсем. Последний пароходишко продал. Кто приехал? Промотавшийся кутил, развратный человек, и весь город рад. Ай, нравы. Да кто приехал-то? Ваш Сергей Сергеевич Паратов. Поедемте в деревню. Сейчас поедемте. Помилуйте, чего вы боитесь? Я не за себя боюсь. А за кого? За вас. За меня не надо бояться. Я в обиду не дамся. Мне пора домой. У нас сегодня обед. Я пришлю за вами экипаж. Покорнейше благодарим за покупку. Купец честный человек попался. Берите, говорит, на круг по 6 гривен за бутылку, а этикетки наклеим, какие прикажете. Ну уж и вино отпустил по чести. И гвоздикой-то пахнет, и розаном пахнет, и пахнет. Садись в коляску. Ой, вы мои хорошие. К дому Акудаловых. Сергей Сергеевич Паратов. Мам, прими его здесь. Да ты что заметалась-то? И, пожалуйста, отделайся от его визита. Проси. Сергей Сергеевич, на чем записать такое счастье? Как? Каким ветром? Проездом? Да нет, тетенька. Нарочно сюда, и первый визит к вам, конечно. Милости. Здравствуйте. Прошу. Изменился. Бороду утратил. Угу. Помолодел. Ну и постарел, однако. Да ну. Да уж. А вы, тетенька, как прежде. Даже еще лучше стали. Ой. Угу. Клянусь. А, хитрец. Здравствуйте, Сергеич, бесценный мой. Что ж вы нас тогда так исчезли внезапно? Я, тетенька, неприятную телеграмму получил. Пришлось полететь спасать свое движимое и недвижимое имущество. Спасли? Да нет, порядочная брешь осталась. Но я бодрости духа не теряю. И веселого расположения не утратил. Ну уж вижу, что не утратил. Угу. На одном проиграем, на другом выиграем, тетенька. На чем же выиграть, думаете?
Я бы хотел засвидетельствовать свое почтение Ларисе Дмитриевне. Да уж не знаю, захочет ли видеть вас Лариса Дмитриевна. Дома она? В саду. Спасибо, тетенька. Ох, дьявол. Не узнаете? Не ожидали? Да уж давно перестала ждать. А чего ж перестали? Вы скрылись так неожиданно, и ни одного письма. Я не писал вам, потому что не мог сообщить ничего приятного. Я так и думала. Замуж выходите? Ну, позвольте вас спросить, долго ли вы меня ждали? Зачем вам это? Меня тут интересует чисто теоретическое соображение, как скоро женщина, которая страстно любит человека, забывает его. На другой день после разлуки, через неделю или через месяц. Я вам не скажу. Можете думать обо мне, что вам угодно. О вас, Лариса Дмитриевна, я всегда буду думать с уважением. Но женщина вообще после вашего поступка сильно теряет в глазах моих. Да какой мой поступок? Вы же ничего не знаете. Вы выходите замуж. А что меня заставило? Лариса. Я виноват перед вами. Вы... Что? Ну что я? Что вы хотели сказать? Я хотел спросить. Лариса. Лариса. Вы не забыли меня? Ну скажите, прошу вас. Скажите, я прошу вас, будьте откровенны, вы любите меня. Ну, Лариса, ну скажите. Конечно, да. Нечего и спрашивать. Благодарю вас. Лариса, если бы вы предпочли меня другому, вы бы оскорбили меня глубоко. Сергей Сергеевич, я надеюсь, вы не употребите во зло мою откровенность. Ну что вы, Лариса? Лариса, что вы? Я человек с правилами. Брак для меня дело священное. К тому же... Я давно знаю вас, Лариса Дмитриевна, и полагаю, ваш будущий супруг обладает многими достоинствами. Нет, только одним. Немного. Зато дорогим. Каким же? Он любит меня.
Разрешите, Харитон. Позвольте представить. Юрий Капитонович Карандышев. Жених Ларисы. Так мы же знакомы. Я, как известно, старинный друг Хариты Игнатьевны Ларисы Дмитриевны. Добрый день. Очень приятно. Вы не ревнивы? Я надеюсь, что Лариса Дмитриевна не подаст мне никакого повода быть ревнивым. Ну так ревнивцы-то ревнуют без всякого повода. Я ручаюсь, что Юрий Капитонович ревновать меня не станет. Да, я думаю. Хотя, если вы... О, да, да, да. Угу. Полагаю, это было бы что-нибудь ужасное. О, господа, да ну что вы права затеяли? Других разговоров нет, что ли? Сергей Сергеевич, а мы с Юлией Капитоновичем скоро едем в деревню. Вот как? От прекрасных здешних мест? Не понимаю, что вы здесь нашли прекрасного. Ну, на вкус да на цвет. Образца-то нет. Кому город нравится, кому деревня. Угу. У всякого свой вкус. Один любит арбуз, а другой свиной хрящик. Проказник. Откуда вы столько пословиц знаете? Ну как же, тетенька, я ведь с бурлаками водился, так к русскому языку и выучился. У бурлаков учиться русскому языку. А почему у них не учиться? Потому что мы их считаем... Кто это мы? Мы? Образованные люди, а не бурлаки. Ну-с. И чем же вы считаете бурлаков? Я судохозяин и вступлюсь за них. Я, если вдуматься, сам такой же бурлак. Мы их считаем образцом грубости и невежества. Далее, господин Карандышев. Все. Более ничего. Да нет, не все. Главного не достает. Вам нужно извинения просить. Мне? Мне извиняться перед господа, вами? Да что вы, ей-богу, господа. Да вы не беспокойтесь, я за это на дуэль не вызову. Цел останется жених ваш. Я только поучу его немного. У меня такое правило. Никогда никого не прощать. Юлий Капитонович, что вы делаете? Просите извинения сейчас же. Я вам приказываю. Я не понимаю. О чем, собственно? Ну так вы учитесь прежде понимать, а потом и разговаривайте. Сергей Сергеевич, голубчик, ради бога, я на колени брошусь. Извините его. Ради меня. Извините его. Благодарите Хариту Игнатьевну. Я вас прощаю. Только, милый мой, в другой раз разбирайте людей. Я ведь еду-еду, не свищу. Она еду, не спущу. Не возражайте, а то я с вами поссорюсь. Лариса, вели шампанского подать, пусть выпьют мировую. Юрий Капитонович, вам горячиться не следует. Извольте-ка пригласить Сергея Сергеевича на обед. Нам будет приятно с ним вместе. Да я и сам хотел. Сергей Сергеевич! Не угодно ли вам сегодня отобедать у меня? С удовольствием. Погоди, погоди, дружок, будешь ты меня помнить. Ну что, Робинзон, отплатишь за услугу. Поедешь сегодня со мной на званый обед. Пошел? Господа, я счастлив сегодня. Я хочу предложить тост, господа. Харита Игнатьевна,
Харита Иван Бургонского, господа, радостная новость. Я баллотируюсь в мировые судьи. У нас в Брехимове? Нет, в Заболотье. О, такая глушь. Не-не, а там, наверное, кандидатов меньше, глядишь, и выберут. Да, там кандидатов мало, там могут выбрать. Лариса, сэр Бургонский. Бутыльки-то бургонская, а бутыльки киндер-бальзам какой-то. Фейк-бальзам. Не пройдет ни даром эта специя. Мам, останови его. Как остановить-то? Он не малолетний. Что за обед? Я не знала, куда деться. Да он и не видывал, как порядочные люди обедают. Ему еще кажется, что он удивил всех своей роскошью. Вот мы ни в чем не виноваты, а стыдно, стыдно. Так бы убежала куда-нибудь. И вот здесь, пожалуйста. Он как будто не замечает ничего. Он даже весел. Вот, сигары угощайтесь, пожалуйста. Чай дорогие. Рублей 7, сотня. Очень высокий сорт. Прошу. Не хочу я ваших сигар, свои курю. Хорошие сигары. А хорошие такие курите сами. Ну, как хотите. Прошу. Нет, для меня это очень дорого. Еще избалуешься. Сэр Робинзонова курицы. Странный вопрос. А чего вы не закуриваете? Если их закурить в приличном доме, то, пожалуй, прибьют. А я, как это по-русски, с детства к этому отвращение имею. Какой оригинал. Сразу видно англичанин. Прошу. Выпьем, капитоны. С удовольствием. Здоровье дам. Здоровье дам. Иван еще... Ведь он не глуп, как же он не видит? Не глуп, да самолюбив слишком. Я с этим добрым намерением на свете живу. Это цель моей жизни. Зачем они его подпаивают? Ну, так просто, позабавиться хотят. И что пил-то больше? Какое вино? Да ведь они меня терзают. А кому нужно, что ты терзаешься? На бутылке-то какой этикет? Вот видишь, Лариса, еще ничего нет, а уже терзание. Что дальше-то будет? Я, господа, не ел ничего. Со мной первый раз в жизни такой случай. Приглашают обедать известных людей. Есть нечего. Он человек глупый, господа. Надо отдать ему справедливость, он действительно глуп. И сам прежде всех напился. Да-да, мы его порядочно подстроили. Вот для таких случаев Робинзон-то и нужны. Так у вас это было задумано? Помилуйте, Маки Парменович, пить эту микстуру, которую он вином-то величает, невозможно. А мой Робинзон, натура выдержанная на заграничных винах ярославского производства, ему нипочем. Он сам пьет, обязательно с хозяином. Тот и попался. Много ли человеку надо? Раз-два и дошел до восторга. Чаю, чаю. Иван! Я здесь! Иван! Это что, развешено? Бутафорские вещи? Сэр, осторожный, он заряжен. Не бутафорские, это настоящие, турецкие. Сергей Сергеевич. Да? Пожалуйста, перестаньте издеваться над Юлией Капитоновичем. Вы меня обижаете. Ну, как я смею, Лариса Дмитриевна? Неужели вы не забыли давешнюю ссору? Ну, хорошо. Хотите, я для вашего удовольствия разом покончу со всем этим? Да. Юль Капитонович! Что вам угодно? А не желаете ли со мной выпить брудершафт? Господин Вожеватов, наши готовы, на бульваре дожидаются. Ну, еще немного, и скоро поедем. Хорошо. Иван Коньяк, будь счетчик! Брысь! Коньяк! О, нет, только вот я рюмок-то не признаю. Велите подать стаканы. Иван! Стаканы! А чего раньше молчали, что у вас коньяк есть? Сколько драгоценного времени потеряно зря. Вот сейчас Паратов его и прикончит.
Илья? Да, Сергей Сергеевич. А где гитара? О, не захватил, Сергей Сергеевич. Нужна гитара, Илья. Сейчас будет. Я хочу попросить Ларису Дмитриевну спеть нам что-нибудь и поедем отсюда. Не весела будет наша прогулка без Ларисы Дмитриевны. Вот если бы дорого можно заплатить за такое удовольствие. Я бы каждого матроса рублем отделил, если бы Лариса Дмитриевна на мою ласточку поехала. Я, признаться, сам все время об этом думаю. Да есть ли возможность? На свете нет ничего невозможного, как говорят философы. А Робинзон, господа, лишний. Напьется он там до звериного образа. Ну так, а не брать его? Ну так и не брать. Не брать и все. Не брать. М? Лариса Дмитриевна, осчастливьте нас, а? Ну, спойте нам какой-нибудь романс или песенку. Я ведь вас целый год не слыхал, да, вероятно, и не услышу уж более. Позвольте и мне повторить ту же просьбу. Нет, нет, господа. Нельзя. Лариса Дмитриевна не станет петь. Ну ты-то почем знаешь, что не станет? Извините, господа, я не расположена сегодня. Я не в голосе. Что-нибудь, что вам угодно. Уж коли я говорю, что не станет, так не станет. Ну, хотите, мы попросим вас как следует. Ну, хотите, на колени пойдем. Это я сейчас. Я человек гибкий. Нет, нет, господа, и не просите. Нельзя. Я запрещаю. Запрещайте, когда право будете иметь. А теперь еще погодите. Я положительно запрещаю. Вы запрещаете. Да. Я буду петь, господа. Браво. Браво. Что будете петь, барышня? Роман запрещает. Слушаюсь. А напоследок я скажу, а напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени пени безумства. Как ты любил, ты пригубил погибели. Не в этом дело. Как ты любил, ты погубил, но погубил. Работу малую висок еще вершить, но пали руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки, а напоследок
Так я скажу, прощай, любить не обязуйся. С ума схожу или в ад схожу. К высокой степени безумства. Лариса? Как я проклинал себя, когда вы пели. За что? Потерять такое сокровище, как вы. Кто же виноват? Я. Конечно же, я. И гораздо более, чем вы думаете. Зачем я бежал от вас? На что променял? Зачем же вы это сделали? Я потерял более, чем состояние, Лариса. Но клянусь вам, еще несколько таких минут. Говорите. Еще несколько таких минут. Я брошу все расчеты, и уж никакая сила не вырвет вас у меня. Чего же вы хотите? Видеть вас. Слушать вас. Лариса. Лариса, завтра я уезжаю. Завтра? Молчите. Послушайте. Мы теперь собираемся всей компанией поехать на «Ласточку». Поедемте с нами, Лариса. На «Ласточку»? Да. А как же здесь? Ну, что такое здесь, Лариса? Разговоры, с теткой Карандышева о соленых грибах. Поедемте. Когда же ехать? Сейчас. Сейчас? Сейчас или никогда? Едемте. Едемте. Вы решились? Да. Куда вам угодно. Господа! Господа! Я предлагаю тост. За Ларису Дмитриевну! Вот вы сейчас все, господа, восхищались талантом Ларисы Дмитриевны. Спасибо. Но главный талант моей невесты – это то, господа, это то, господа, который спутается. Это то, господа, что она умеет ценить и выбирать людей. Нет, вынырнет, она, выучил. Она умеет отличить золото от мишуры. Она искала себе человека, спасибо, не блестящего, но достойного. И выбрала. Тебя? Да. Браво, 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 браво. Я имею все основания гордиться. Господа. Ну? Она едет. О! Я горжусь, господа. Она предпочла меня всем.
Браво. Браво. И я хочу публично поблагодарить Ларису Дмитриевну. За удовольствие этого предпочтения. Браво, браво. Браво. Лариса Дмитриевна! Тихо, 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 тихо. Юлий Капитонович. Ну? Я сам пью. И предлагаю всем выпить здоровья моей невесты. Ура! Ура! О, господа, у меня есть еще один тост. Я предлагаю выпить за счастливейшего из смертных, за тебя, Юлий. За вас. У тебя еще вино есть такое? Да. Вот это. Есть? Да. Принеси, пожалуйста. Иван! Сейчас я принесу. Так, Робинзон, слушай. Ты чего ревешь? Пела божественно. Что с тобой? Ты пьяный совсем, что ли? Ну-ка, помоги принести вина ему. Только возвращайся не скоро. Ага. О, не, хватит с тебя отравы этой. Господа, немедленно уходим через калитку. Не дождавшись тоста? Так лучше, уходим. Хорошо. Ну, хорошенького понемножку. Лариса Дмитриевна, мы ждем вас. Прощай, мама. Куда ты? Что ты? Или тебе радоваться, мама, или ищи меня в Волге. Господь с тобой, Лариса, опомнись. Видно, от судьбы не уйдешь. Лариса, с ума сошла. Остановись. Вот до чего дошло. Лариса, ты слышишь? Лариса, останови. О, Господи. Держать мне тебя, что ли? Да подожди ты же. Куда же вы? Господа, вот и я. Где вы? Вы не... Тетенька, не видели ли моей невесты? Иван! А куда девались, господа, и Лариса Дмитриевна? Надо полагать, они еще уехали на ласточку. Как на ласточку? А там Василий Данилович вроде как бы дает банкет в честь покупки парохода. Как проходит? А там и цыгане, и музыка с ними. В общем, все как надо. Как цыгане. Как Лариса Дмитриевна. Лариса Дмитриевна. Лариса Дмитриевна. Я к вам привезла дочь Юрия Капитоновича. Вы мне скажите, где моя дочь? Все сговорились. Все сговорились. Как это бесчеловечно. Как это жестоко. Рано было торжествовать-то. Да.
смешной человек. Я смешон. Но разве можно казнить человека за то, что он смешон? Ну, я смешон. Ну, так смейтесь! Смейтесь мне в лицо! Смейтесь! Ешьте! Пейте мое вино! Но разрывать грудь у смешного человека! Да что ты, полная, вечно чем убиваться? Ведь все, это не разбойники, это все благородные люди. Это все ваши приятели. Я ничего не знаю. Приятели. Не знаю, не знаю. Вы все одна шайка! Но учтите, и кроткого человека можно довести до бешенства. Что он взял? Пистолет. Ай! Ой! Для стой. Меня нет теперь ни страха, стойте. Ни закона! Стойте! 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 Ой, Юрий, беги! А. Беги за ним! Да кричи, что остановили! Стойте! Остановите! Отправлю ласточку с первыми пассажирами. Угощайтесь, Сергей Парменович, угощайтесь. И в Париж, на выставку. Да. Ох, люблю я за границу. Я сегодня, господа, испытываю странное чувство. Я на ласточке первый раз как гость. Ну что, капитан, выпьем? Мы ведь с тобой всю Волгу прошли вдоль и поперек. Спасибо тебе. Ну что, Илюша, нашу? Гаврила, команде ящик вина. Дай Сереже гитару. Жизнь коротка, как говорят философы, надо ею пользоваться. Никогда еще не был так голоден, как после этого званого обеда. Чего вспоминать? Дел прошлое. Мохнатый шмель, на душистый хмель, цапля серая в камыши, а цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной
тоской багровеющие небеса. И вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай, так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край. Так вперед за цыганской звездой кочевой, на свидание с зарей на восток, где тиха и нежна розовеет волна, на рассветный ползая песок. Так вперед за цыганской звездой кочевой, горюющих южных широт, где свирепая пуля от водка метла, а я свою пыль течет. Я все с приютной тоской, Лариса Дмитриевна, Лариса Дмитриевна, уважьте компанию, станцуйте. Да уж, пожалуйста, просим вас. Неловко мне, Моки Парменович. Не откажите, Лариса Дмитриевна. Вас все просят. Yeah.
Лариса Дмитриевна, вам надо бы ехать домой. Я не поеду домой. Но оставаться здесь вам тоже нет никакой возможности. Нет, нет, Сергей Сергеевич, вы мне фраз не говорите. Вы мне только скажите, жена я вам теперь или нет. Лариса Дмитриевна, вам нужно ехать. Подумайте, какую пищу вы дадите для разговоров. Да какое мне дело до разговоров? Вы меня сюда привезли, вы меня должны отвезти домой. Маменька вас уверена, она только ждет нас, чтобы благословить. Но, Лариса Дмитриевна, я думаю, едва ли вы имеете право требовать этого. Вы же сами мне сказали, брось все, я твой. Я вам поверила. Мы, может быть, об этом после поговорим? Нет, сейчас. Вы требуете? Да, требую. Извольте. Послушайте. Вы допускаете, что человек, скованный по рукам и ногам цепями, может так поддаться чувству, что забудет обо всем на свете, забудет о жизни, которая гнетет его, забудет о цепях, которые его сковывают. Но потом... Потом наступает прозрение, и холодный рассудок говорит о том, что эти цепи разорвать невозможно. Вы женаты? Нет. Но другие цепи не помех. С вами я разделю любую ношу. Цепи, которые сковывают меня на всю жизнь. Что же вы раньше молчали? Это же безбожно. Безбожно. Я видел только вас. И не мог ни о чем думать больше. Поверьте, Лариса, я говорю вам правду. Лариса. Довольно. Лариса, довольно. Выслушайте меня. Нет. Довольно. Пойдите. Я уж сама об себе подумаю. Пойдите. Дмитриевне. Ну, наше дело сторона, мы не виноваты. Мне кажется, она теперь находится в таком положении, что нам, близким людям, не только позволительно, но мы даже обязаны принять участие в ее судьбе. То есть представляется удобный случай, скажем так, взять ее с собой в Париж? Да, пожалуй. Если угодно. В чем же дело? Кто мешает?
Вы мне мешаете, а я вам. Может быть, вы не боитесь соперничества? Я тоже не очень боюсь. А все-таки неловко, беспокойно. Гораздо лучше, когда поле чисто. Отступного-то я не возьму. Зачем отступное? Можно иначе как-нибудь. Орел Решка пойдет? Фу. Если скажу орел, то проиграю. Орел, конечно, вы. Решка. Ваши дела. Вам с Ларисой в Париж ехать. Но я тоже не в убытке. Расходов меньше. Только, Василий Данилович, давши слово, держись, а не давши, крепись. Вы купец. Вы должны понимать, что значит слово. Обижаете, Моки Парменович, обижаете. Я-то знаю, что такое слово купеческое. Я погибаю. Лариса, головушка, ничего не поделаешь. Мы с тобой с детства почти родные. Что мне делать? Помоги. Лариса, я рад бы, но я ничего не могу. Да я ничего не требую. Пожалей только. Не могу, Ларис, не могу. У тебя тоже цепи. Хуже. Кандалы. Какие? Слово честное. Купеческое. Слушайте меня и не обижайтесь. У меня и в помышлении нет вас обидеть. Я только желаю вам добра и счастья, чего вы вполне заслуживаете. Не угодно ли вам,
ехать со мной в Париж на выставку и полное обеспечение на всю жизнь. Стыда не бойтесь, осуждения не будет. Есть границы, за которые осуждение не переходит. Я могу предложить вам такое громадное содержание, что самые злые критики чужой нравственности должны будут замолчать. Я бы ни на одну минуту не задумался предложить вам руку, но я женат. Подумайте, если вам будет угодно благосклонно принять мое предложение, известите меня. Для меня невозможного мало. Поступок заслуживает наказания. Но судить вас, кроме меня, никто не имеет права. Это уж я сам решу, простить вас или нет. Зачем вы здесь? Зачем вы здесь? Я здесь, чтобы отомстить за нанесенное вам оскорбление. Самое тяжкое оскорбление для меня – это ваше покровительство. Вот как? Кнуров с Вышеватовым мечут жребий, кому вы достанетесь. Играют в орлянку. И это не оскорбительно. Они смотрят на вас, как на вещи. Я вещь. Наконец-то слово для меня найдено. Я вещь, я не человек. Уходите. Каждая вещь должна иметь своего хозяина. Да. Я пойду к Кнурову. Я ваш хозяин. Нет. Я слишком дорога для вас. Я ваш хозяин. Уж если быть вещью, то очень дорогой. Нет. Нет. Ваш... Нет. Нет. Я ваш хозяин. Я беру Пустите вас. Меня, оставьте. Беру. Оставьте меня, оставьте, как вы мне противны. Не дотрагивайтесь до меня, не дотрагивайтесь до меня.
можно? Вы моя, моя! Что вы? Опомнитесь! Опомнитесь, вернитесь! Я вам прощаю! Я все прощаю! Я прощаю вам все! Только я-то себя не прощаю! Умоляю вас! Умоляю, не уходите! Вы можете сделать меня счастливой! Умоляю вас! Я готов на всякую жертву! Я готов терпеть всякое унижение! Вы слишком ничтожны для меня! Умоляю! Чем мне заслужить вашу любовь? Я люблю вас! Я люблю вас! Лжете! Я люблю вас! Лжете! Я любви искала и не нашла! Я люблю вас! Я люблю. На меня смотрели и смотрят, как на забаву! Я люблю вас! Люблю вас! Я не нашла любви, так буду искать золото! Я люблю вас! Подите! Я люблю вас! Я вашей быть не могу! Я люблю вас! Я люблю вас! Остановитесь! Не раскайтесь! Вы должны быть моею! Никогда! Ну так и не доставайся же ты никому! Приютной косой, и глаза глядят без приютной косой, по крайней мере.